Чё, блядь, таких гениев показывают, блядь. Это просто пиздец, ребят. Тут я, пожалуй, соглашусь, что все-таки Парадеевич гений, блядь. Гений контента, поэтому... Бля, вот смотрю, у них приписка фрик, а чё вот, чем они, блядь, ну, ёбнутые, походу, или что, блядь? Ну, фрик, это же, ну, пиздец, по идее, да? Это же должен быть какой-то пиздец. А это какие-то адекватные парни, блядь, в итоге. Так, кого из двух лудоманов мне выбрать? Ладно, мне нравится вот эта прическа в гукамоле. Ребят, знаете, что я заметил? Вот вы на самом деле все такие шутники, юмористы, блядь, вы орёте, что у Макривского подбородка нет. Вы, блядь, злого видели, нахуй? Он вообще, блядь, без него родился, нахуй. Ну, зловы вообще ноль их, блядь, алло. Он зажрался тоже, пиздец, конечно, извините меня. А поэтому я выберу этого лудомана. Так, далее. Тут пизды можно получить, блядь. Там на самом деле легкая, блядь. Кто ты? Это фрик? Не, ну это по маске видно, что это фрик, возможно, реально. Бля, он вообще живой? Нет, он где-то вообще обитает? Я хз тоже, блядь, я не знаю. Ладно, Алексея Пчелкина выберем, потому что он гений. Так, пердуна старого выберем. Так. Так, мы сейчас выбираем не девочек. Мы сейчас выбираем по контенту, блядь. Куриш тоже гениально, блядь. Что-то поправил контент, кстати, чуть-чуть. Блять, такое, блядь, нельзя ставить. Муханжан на Ламборгини или бустер, блядь, на карусели. Тут, по-моему, все понятно, блядь. Тут тоже все понятно, это я. Где, ребят, очень легкий тест на самом деле. Очень легкий тест. То есть, ну. Бля, ребят, давайте. Вот Витек на самом деле, красава, похудел жестко. Я считаю, что это он все-таки. Ну, 100%. Так, кто гениальный актер? Актер слева или актер справа? Слушайте, да, что-то как-то странно очень. Обычно я типа весь 89-й сквад сразу пикаю, а тут задумался, блядь. Ладно. Так. Марки и Индианоч какой-то. Ладно, его... Так, как? Как такое могло выпасть? Ладно, ребят, я сегодня играю в аниме говно, поэтому, блядь, пикну его. Тут Дмитрий Ликс, без спору. Так, учила ебло в говне. Ну, давайте Лагоду, блядь, пожалеем его. Чё? Бля, сиська торчит. Тут, конечно, точно вот это, блядь. Так, Вихантик, Shadow Cake, блядь. Mm-hmm. А почему, блядь, не написано, что он еще и фрик? Типа, переделывайте тест, блядь. Он в трех сквадах сразу состоит, блядь. Блядь. Пошел ты нахуй, Максим. Понятно, блядь. Я забатю. Так, о, вчера, кстати, старому-то, знаете, блядь, пошел старый вчера кейсы покрутить, поняли? И тут старому выпадает на 800 тысяч, вы прикиньте? А чё ты один сидишь здесь? А я типа тесты прохожу, а потом иду в Everlasting Summer. Блядь. Не спойлерили ничего мне, они в аукционе выиграли. Поздравляю, бро. Это охуенная игра, тебе понравится. Я тебе гарантирую, мужик. Там есть сиськи? Да. Класс, играем. Так, ну ладно, старого возьмем все-таки, блядь. Так, строго или Крис Вейв? Ты можешь включить экран? Да, могу, конечно. Я... Давай, спасибо, можешь, только аргументируй, пожалуйста, понял? Конечно, мне... конечно. Не конструктив, приветствуется. Хорошо, хорошо, я убираю вот этого ебаного стинтика и зову душного стинта. Все, давай, погнали. Давай, поехали. Все, я даже очки надену сейчас. Смотри, здесь я уже, в принципе, этап прошел, но тут 64, блядь, всего, и пиздец, очень сложно, поэтому я предлагаю тут выбор между Строго и Крис Вейв. Ну, объективно, чисто объективно. Да.
Я по мальчикам. Я тоже, но мне нравится эта девочка, поэтому я ее пикну. Вообще я прохожу. Так, ну тут понятно все. Так, Вася или за... Ну тут гений, блядь, точно. Гений контента 100%. Так. Ну слушай, они обе, по-моему, пиздатые, не? Не, мне слева не нравится, а справа да. Это почему? А потому что она какая-то загадочная. Вот она сейчас такая, да? Ну, да, а да, потом на понимаю, другой фотке ей как будто 50, то есть... Согласен, кстати. Знаешь, это странно, типа, девушки думают то, что в каждой девушке должна быть загадка, и, типа, это привлекает парней, на самом деле пацаны... Да, это отпугивает. А еще да, она на меня пиздела после того, как я на нее напиздел, что она пожилая, мне показалось, поэтому, блядь, поэтому я ее точно не выбираю. А, ну, обидку. А еще, блядь, она, кстати, хайпится на всех, блядь, по-моему, кто есть, по причине того, что она попыталась Жожа замутить, еще и с фриками каком-то. Короче, непонятно какая-то персона, похуй. Ну, короче, обидку кинул ты. Ну не, мне похуй. Я типа ее не знаю, она меня не знает. А. Если вы не знаете, не говорите ничего. Что ты несешь? Не, ну смотрите, с Жожа контент у нее был? Был, правильно? Какой? А еще с кем был? Короче, я ты все, я шиперскую хуйню, блядь, ненавижу. Она все. Она вроде в КС играет хорошо. Вроде да, как. Но за КС респект, но мы тут не по КС выбираем. А, Миша Селяжик или Боёв? А, Миша слушай, Селяжик. Слушай, Селяжик, он очень фаститует. Так, Фрик или 89-й склад? Сори, Стас, мы за казино, кажется, блядь, не это самое, Стас. Блядь. А! Ой, казино. Ребят, подскажите, как лучше срать в очко? Как лучше, через очко или в очко? Или в очко через очко? Ну или же лучше... Пиздец, престиж, блядь. А, Дина, наверное, я просто. Хочу скиллзора пикнуть. Блядь, ты просто всех девочек убираешь, что ли? Мага или Дага? Ну, Дрейк. Что, блядь? Дрейк. Да, Дрейк это. Бля, ребят, вы серьезно? Вот такую, блядь, фотку сравниваете, блядь? А что же я нажму, интересно, блядь? И как лучше встать в очко? Как лучше? Через очко, бля, или в очко, бро, ну, коня... или в очко, давай я скажу, чтобы ну, тебе ну, ничего не говорили. Выбери два. Тима пишет. Привет, Вова, спасибо, что ты на протяжении очко. Недели уже ты рядом и не даешь мне погрузиться в ебаную депрессию после расставания с девушкой. Всего тебе хорошего. Спасибо большое. Я выбираю большие сиськи. Биг Бобс. Бля, Генсуха тут сама на себя не похожа. Ебать она тут соска, пиздец. Фалета, сори, блядь. Так, Ну, очевидно, что Дмитрий Ликс, я думаю. Я да, думаю, был? Нет, я не согласен с вами. А, ты будешь за себя-то пить, нет, да? Это ну, не я, это не я. Посмотри на меня сейчас. Тут какой-то, а тут какой-то уёбок покрашенный, это блядь. Пиздя, конч, блядь, да? Конч, блядь. Брови, блядь, не вообще какие-то ублюдские, блядь. Ну, это вообще какой-то хуйрыга зарыганный, блядь. Не, ну... Нет, если хочешь сделать объективный тест, то лучше выбрать Дмитрия Ликса, потому что как за себя голосовать, знаешь, ну, такое. Да, я выбираю Дмитрия Ликса. Ой, бля. Короче, все, понял, братишки, нов, Дмитрий Ликс. Так делаем. А что я неправильно нажал, бля? Я что, должен против себя идти? Блядь, извините меня, я нахуй знаю себе цену, блядь. Чуваки, забейте, я Дмитрий Ликс, все запомнили. Давай. Так, ну, пикнем Татьяну. Хотя... Блядь! Бля, денег! Пиздец, две пенсии ебаных. Ну, слушай, мне кажется, Вася поприкольнее, без обид денегу. Мне кажется, денег поприкольнее без обид Васи. Мне потому кажется, что над ним все издеваются, он как долбоеб. Да, ну и тут нельзя двоих выбрать. Ну, давай наугад просто, типа. А, давай, Вася, денег не обидится, а Вася обидится, блядь. Но Васю потом ну, придется выкинуть по-любому, если он со мной выпадет. Так, Гвинглейд, и ну тут Гвинт, конечно, это 100%. Конечно. Да почему, блядь? Ну, бля, бро, выбирай, короче. Я круглого выбрал, извините. Бля, рекрент, ну это пиздец, блядь, конечно. Не повезло тебе, другалёк, не повезло, конечно. Блядь, только сиськи выбирать. Блядь, да, и тут сиськи. Мужик, вот сиськи выбирать. Тут, я считаю, ну, тут, блядь, во-первых, все на правом фото охуенно. Во-первых, азиат сидит на ламборгини, внутри девочка красивая. Слева сидит мальчик, школьник какой-то, блядь. Папа дал порулить, видимо, поэтому это не считается. То есть, справа... Учила все хорошо в этой жизни, я выберу его. А здесь где сиськи? Выберешь. А хуй знает, слышь, кто шеф там, блядь? Ну смотри, кто там больше шеф? Настоящий, слева не настоящие сиськи, что выберешь? Конечно, я за естественную. Я за настоящие. Тут, блядь, ну бро, тут как бы сам понимаешь, что надо выбирать. Лево, блядь, алло! Все, Макс, извини, друг.
Блять, нахуй, я-то не придумал, что-то я, блядь, не подумал, нахуй, что его девушка тут участвует. А, Мазелов или Читбэнд? Не, Мазелов. Ебать, вы фотка! Блять, ну у Ломаки как будто это единственное фото, блять, вообще на всю жизнь. Охуенно! А почему он в них не стримит? Это же охеренные очки. Да потому что он уже шире стал, блять, они уже сейчас жмут ему, блядь. Лазит. У меня понос. Выздоравливай, друг, выздоравливай. Это очень грустно, когда понос. Выпей таблеточку. Это очень плохо. Я когда короной болел, я попой писал, блядь. Я съел гамбургер, блядь, и ебать, я все вылил, блядь, через жопу. А вот, кстати, почему понос происходит? Ну вот, организм такой, ой, блядь, я болею, пизду, короче. Всю еду нахуй, вернее, всю воду через жопу пущу, да? Или как он там, блядь? Ну, я не знаю, кстати, у меня только что понос был, там я сидел полтора часа на унитазе. Там сидит и, такой знаешь, микрочелик, который, блядь, рычаг переключает, слышишь, как рельсы, понял вот это, блядь? Куда, типа, блядь? Мне что-то хуёво, давай, обратку. Не, ну понос, конечно, пиздец, я согласен. Бля, ты видел, короче, кстати, для тех, кто кушает, приятного аппетита. Видел, что говно может изо рта выйти, блядь? Чё, блядь? Угу, я охуел. То, короче, какать надо закрытым ртом, получается, на всякий случай. Ну это пиздец, я не знал про это. Нихуя покажи, блядь. Я чё, блядь, сейчас... Все стримеры, которые на казино играют и что-то болтают, это уже, в принципе, говно в обратную сторону идет, поэтому забейте, ребят. А, так. А, ебать, кстати, прикинь, у меня же спонсор, блядь, Беттер, легальный. Бет. Они, блядь, доебались до туда, что, блядь, я бетку взял, прикинь. Оконченный. Именно блядь. Букмекер? У тебя спонсор да. Букмекер? Да, да, букмекер. Так, а что такое? Не знаю, легальный, кстати. Только, а при чем, как люди могут сравнить казино и этот беттинг? Да это ж конченые, блядь. Другое. Это другое. Ты не понимаешь. Это другое. Так, выбираю Жору, блядь. Дрейк ОФЦ официальный и Коля Кореш Зи. Блядь, я так понимаю, только с 89-го выбираю, ребят, да? Извините, я считаю... Я, бро, Курсят! Я считаю, что Курсят не такой гений, как батя Дрейка, блядь. Бро, извините Ева, меня. Бро. Батя Дрейка — это гений, блядь, всех времен. Бро. Это охуенный чел, с ним побухать бро. Можно, а этот даже ебло не показывает, типа. В смысле, позови его бухать, он с тобой бухнет. У этого бро. Человека справа есть все, есть женщина любимая, есть, блядь, пиздюк ебаный. Туповатый бро. Немножко, но нормально. Ну, бро, блядь, ну, бро, выбери, пожалуйста. А этот, сука, сидит там, шляпик, блядь, такой нахуй, блядь, у него гифка в углу, блядь. Ходит, блядь, как у ебаната ебаного, блядь, и все кекают, блядь, с этого, ебнутые, блядь. Пизду, я выбираю батю, блядь. 100% здесь, блядь. У меня нет проблем. Так, тут Миша. Я не знаю, что выбрать. Вот, вот сейчас я катался в сложной ситуации. Бля, мужик, не тот, кто баб ебал, а тот, кто перчик сына целовал, брат. Не обижайся. Ебать, ты рифму захуярил. Хорошо, что мне не вставил. Так, блядь, Макс, ты чё против своих же, блядь, пошёл? Ты что, блядь, тебя не уволят? Так, бро, Дрейк выбери. Или Селяжик? Наугад, наугад, бро. Не выбрал. Знаю, чисто, ну, Дрейк это фулл секс, на мой бля, взгляд. Бля, это фулл сиськи годные, бля, блядь, пиздец. Бля, он даже не думал. Бля, два бати, пи***. Как такое может быть вообще, типа, чё? Блядь. Короче, батя Дрейк, и раз ты, он выиграл курс этот, то он должен выиграть Антон. Да. Ну, Жора. Жора, да, Жора выберем. Без шансов. Так, ну я ж сказал, так, пенсия, блядь, против так, меня. Так, Вася против Дмитрия Ликса. Так, Дмитрий Ликс против Василия. Кто лучше? Ну, я думаю, Дмитрий Ликс. Ребят, я попрошу заметить, что, в принципе, я разобрался в ситуации с предыдущего этапа, и человек-то справа не такой плохой, как вы думаете. То есть, я просто не переобулся, я не до конца разобрался в ситуации. То есть, сейчас я уже разобрался, я считаю, что человек справа, он гений. То есть здесь охуенно все, видите, он довольно начитанный, видно по игрушкам, Европа какая-то там стоит, здесь какая-то бумага, телефончик, айфончик, то есть видно, что человек прилично зарабатывает. Самое главное, видно, что работящий, 3 стакана кофе выпил, посмотрите. Да, смотрите, 3 стакана кофе, значит, что прогресс все-таки есть. Много. И посмотрите на Васю. Мне вообще кажется, что один тот же человек, просто один моложе, другой старше. Ну давайте, ладно, Васю выберем, блядь, потому что себя топить, ну это реально тупо. Блять, ебать, я не верю, что у него такие сиськи бывают, блять. Так, ну раз я сиськи уже сейчас выбрал. Сейчас проверим, тут... кого ты больше любишь, сиськи или казахов. Так, ладно. Блять! Погоди, ты сейчас про это или про предыдущее сказал? Предыдущее.
Я люблю сиськи с казахами. Я вообще не ждал, что дальше будет. Неожиданно было. Сори, там бубы, конечно, большие, но Диана Райс больше на женщину похожа. Ну, как вам сказать? Более женственная, вот правильно так сказать. Махаджана Ламборгини, у Жоры целый... Ну, карусель, видимо, блядь. Парк развлечений. Ну, да. Ламборгини, правильно говорить. Потому что Ламборгини. 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 Ладно, давайте за Жору, потому что заебал Мухаджан выигрывать, потому что на ламбе сидит, блядь. Ну, мазеловку. Туда. Это битва величайшая, это как вообще, чисто блядь? Батя с сыном испортили. Бля, это пиздец, батя с сыном испортили стрим, нахуй. Дрейк! Извините. Ты не умер, бро? Ну, это конча от горла отлипает. А прости, бро. Я как бы выздоровел, но не на 100%. Не, я выздоровел, у меня короны нет, но насморк остался. Бля, ну, ребят, я вообще сомневаюсь, что это он... Ну, он не похож на батю, поэтому... Не, подожди, дай ему 20 лет. Так, бро. Когда-нибудь я доберусь. Слушайте, а реально нуждаюсь в сиськи. Ну, раз мы по сиськам судим... Ну так, бля, батя выиграл, сложно, когда кстати. Если по сиськам. Если по сиськам, батя выиграл. Бля, Диана Райс, ты так далеко никогда не заходила, заканчивай, блядь. Отвечаю, если Диана Райс создаст OnlyFans, я буду самым первым подписчиком, блядь, там. Я на нее пиздеть даже не буду, блядь. А ты пиздишь на нее? Нет, я пизжу на всех, у кого OnlyFans есть, но на нее пиздеть не буду. О. Братву на сиськи не меняют, согласен, мужик. Победа. Я полностью согласен, но с другой стороны, как бы, ну да, согласен.